Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Сегодня свяжем слитки тунисским вязанием одной деталью. Размер слитков 38-39, крючок использовала 3,5 мм. Пряжа в 100 граммах 200 метров. Набираем цепочку из 20 воздушных петель. Наборный ряд первый будет 20 петель. Вот всего у нас будет 20 петель. Первый наборный ряд вяжем как обычно. Первую петлю одну и потом по две вместе до конца ряда. По две вместе до конца. Провязали первый ряд. Начинаем убавлять петли. То есть наборный ряд второй делаем как обычно. Поднимаем петли. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. То есть здесь поднимаем также 20 петель, а начинаем убавлять. Здесь уже провязываем 2 петли вместе. С этой стороны убавили. И теперь вяжем до конца ряда. До тех пор, пока у нас на крючке не останется 3 петли. То есть со второго ряда постепенно начинаем убавление. И будем убавлять петли до тех пор, пока у нас не останется 8 петель в наборном ряду. То есть последний наборный ряд будет 10 петель. Извините. Вот 3 петли у нас осталось. Их провязываем вместе. Теперь начинаем убавлять дальше. Эти пропускаем. Вот поднимаем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18 петель. То есть уже вот в этом наборном ряду, в третьем, у нас 18 петель. Тоже закрываем точно так же. Убавляем 2 петли и провязываем по 2 петли до конца ряда, до тех пор, пока у нас на крючке не останется 3 петли. То есть так провязываем по 2 ряда. Ой, по 2 петли, пока на крючке не останется 3 петли. Вот на крючке осталось 3 петли. Провяжем их вместе. Видите, у нас уже получаются скосы с двух сторон. Следующий ряд то же самое. То есть со второго по седьмой ряд мы делаем убавки. Здесь у нас в наборном ряду 16 петель. Также закрываем 2 петли. Три петли. И так будем убавлять до седьмого ряда. То есть с восьмого ряда начнем прибавление. Убавки сделаны, поменяли цвет. И теперь начнем прибавлять по краям петли до тех пор, пока у нас снова не будет 20 петель в работе. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Сейчас будем прибавлять. То есть вот в этой вот наборном ряду 10 петель уже. Закрываем как обычно. 1 петля. Далее по 2 петли до конца ряда.
следующем наборном ряду, вот в этом у нас будет 12 петель, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 провязываем точно так же. Первая петля одна провязывается, потом по 2 вместе до конца ряда. Так будем прибавлять петли в наборных рядах до тех пор, пока у нас не будет 20 петель. Здесь на прибавке идет 5 рядов. Четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. В этом ряду уже наборном 14 петель. Также закрываем сначала одну, потом по 2 петли. И так будем прибавлять до тех пор, пока у нас в наборном ряду не окажется 20 петель. Ну, на прибавке здесь 6 рядов у нас идет в этом случае. Так, мы провязали прибавки. Всего получилось 6 дорожек, 6 рядов. И теперь у нас в наборном ряду будет 20 петель. И будем с этого момента вязать просто по прямой. Количество петель не меняя до мизинца. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Вот у нас в наборном ряду снова 20 петель. Мы будем вязать просто по прямой. Первая петля провязывается одна, и потом по 2 вместе до конца ряда. Будем теперь вязать прямое полотно длиной до мизинца. Вот. И будем вязать по прямой. То есть таким образом у нас получится полотно прямое. И вяжем до мизинца и будем снова убавлять. Так, связала 28 рядов вот серым цветом. Теперь 6 рядов убавлений. Делаем наборный ряд.
Так, делаем наборный ряд. Наборный ряд 20 петель у нас. И теперь начинаем убавлять петли. Провязываем 2 вместе. Далее до конца ряда по 2 вместе, пока у нас на крючке в конце ряда не останется 3 петли. Вот так провяжем первый ряд убавок. Вот у нас на крючке 3 петли. И теперь провяжем их вместе. Это мы сделали первый ряд убавок. И далее вот с 29 и еще вот 5 рядов. Ой, извиняюсь. И далее еще 5 рядов после этого. Делаем убавки. И далее переходим опять на сиреневый цвет. Сейчас покажу еще один ряд. В этом наборном ряду у нас уже будет не 20 петель, в этом наборном ряду у нас уже будет не 20 петель, а 18. Делаем второй ряд убавок. Провязываем 2 вместе. И далее по 2 вместе. Пока на крючке у нас не останется 3 петли. Которые мы тоже провяжем вместе. На крючке 3 петли, провяжем их вместе. И так будем вязать, еще вяжите еще 4 ряда таким же образом. Так, провязали 6 рядов убавок. Теперь поменяли цвет, будем прибавлять. 3, 4. Шесть, семь, восемь, 9, 10. В этом ряду наборном 10 петель. Закрываем 1, потом по 2 петли до конца ряда. И далее еще 5 рядов. Следующий ряд также прибавляем. Здесь уже будет 12-2. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. 9, 10, 11, 12. Здесь уже наборный ряд 12 петель. Закрываем сначала 1, потом по 2 петли до конца ряда. Так будем прибавлять, пока у нас опять не прибавится петли до 20 петель. Всего у нас рядов прибавок также получается 6. Провязано 6 рядов прибавок. Теперь снова у нас 20 петель, и теперь будем вязать по прямой. Наборный ряд будет 20 петель. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Вот теперь будем вязать по прямой наборный ряд 20 петель. Закрываем сначала одну, потом по 2 петли. Получается вот такая деталь. Нам останется выполнить боковые швы и швы на пятке. Девочки, еще такой нюанс. Как оказалось у меня, у кого большой подъем, то необходимо выполнить еще 2 ряда столбиков без накида. Я обвязала деталь 2 рядами столбиков без накида и потом сшила. Вот такие тапочки получились у меня. До новых рукодельных встреч!